Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Алгебра 7 класс» автора Мерзляк, Полонский и Кир под номером 1216. Нас просят построить график функции y равно 2x плюс 3, пользуясь графиком, найти значение аргумента, при которых выполняются данные 4 условия. Итак, перед нами линейная функция, графиком является прямая, поэтому таблицу значений мы строим для двух значений x. Потому что мы знаем, что через две точки можно построить прямую и только одну. Итак, x у нас независимая переменная, это аргумент. Подбираем значение самостоятельное. Возьмем x равное минус 1. А вот y это зависимая переменная, вычисляем ее значение. 2 умножаем на минус 1, это минус 2, минус 2 плюс 3, 1. И возьмем x равное 0. 2 умножаем на 0, это 0, 0 плюс 3, 3. Итак, мы получили с вами две точки. Первая точка с координатами минус 1, 1, вторая точка с координатами 0, 3. Отметим их на координатной плоскости. Минус 1, 1 и 0, 3. И теперь через эти точки проведем прямую. И уже с помощью графика мы с вами выполним задание. Построили график, и теперь с помощью графика выполняем задание. И первое, мы найдем, при каком значении аргумента, то есть при каком значении x, значение функции, то есть y, значение y равно 5. Находим на оси y 5 и находим на прямой точку с такой ординатой. А теперь осталось найти абсциссу этой точки. Абсцисса этой точки равна 1. Итак, значение функции равно 5 при значении аргумента равном 1. Давайте проверим. Поставим вместо x 1. Дважды 1 это 2, 2 плюс 3, 5. Выполнили правильно. Теперь нам нужно узнать, найти значение аргумента, при котором значение функции больше 5. Больше 5 у нас значение функции. Смотрим на эту часть графика, которая выше 5. И видим, что у всех точек этой части прямой абсцисса будет больше 1. x больше 1. Что мы скажем про абсциссы точек графика, у которых ординаты меньше 5? У них абсцисса будет меньше 1. Ну и теперь найдем участок, где расположены точки, у которых ординаты больше, чем минус 3, но меньше 7. Находим на оси y минус 3. Отмечаем точку с этой ординатой. И теперь находим на оси y значение 7. И находим точку на прямой с ординатой 7. И теперь находим, какие абсциссы будут у точек с такими ординатами. Больше, чем минус 3, но меньше 7. Находим на оси абсцисс эти точки. Первую точку с ординатой минус 3 и вторую точку с ординатой 7. Находим их абсциссы. Это будут абсциссы от минус 1 до 2. Итак, абсциссы у точек прямой с ординатами больше минус 3, но меньше 7, будут больше минус 3. Но меньше 2. Все, мы выполнили с вами задание. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.